Всем привет, ребят! Я получил задание от организаторов рассказать о немецкой кухне. Сейчас мы находимся в центре Берлина, и я нашел здесь один ресторан, в котором я буду пробовать национальные блюда. Пойдемте за мной. Мы будем выбирать местные блюда. То первым делом я выберу жареную шею свинины. Также я знаю, что немецкое пиво очень вкусное, поэтому я выберу его. И, естественно, конечно же, самые известные в мире баварские колбаски. Ну и начнем мы с немецкого пива. Слушайте, ну вкус у него отличный. Не, ребят, мясо очень вкусное, просто нигде раньше я подобного не пробовал. Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое такое короткое интервью с командой Unique. Я думаю, вы сами знаете эту команду, самая популярная СНГ и самая сильная команда Европы. Первый вопрос капитану команды. Серега, вот как мы все знаем, да, ты капитан команды, и как тебе вообще справляться с этой ролью? И получается ли как-то держать себя в руках, думать за команду? Капитанство я пришел еще очень давно, поэтому со временем я набрался опыта и чувствую себя комфортно в этой роли. То есть опыт помогает мне правильно соблюдать эмоциональный настрой команды, правильно настраивать команду, соответственно, эмоционально, не давать ребятам впадать в тильт, когда мы проигрываем, ну и, соответственно, держать себя в руках, когда мы выигрываем какие-то важные игры. Что ты можешь сказать своим фанатам, тем, кто болеет за вашу команду, вообще подписчикам и тем, кто участвует в жизни вашей команды? Ну что, ребят, могу сказать, что мы приехали сюда ради побед. Мы благодарны нашим фанатам за поддержку, мы все их сообщения обязательно читаем, смотрим на трансляциях. Их поддержка реально очень много значит для нас. И как мы уже сказали, мы здесь только ради победы, поэтому ждите. Спасибо вам за интервью, также удачи в завтрашних играх. Спасибо всем, ребят, что смотрели. Ради чего мы здесь? Ради победы!